Нижегородская всадница Татьяна Костерина установила личный рекорд – 73,961%. Этот результат она показала на турнире по выездке в Вердене, Германия. Россиянка, выступавшая на лошади Дьева Лесси, выиграла большой приз и на следующий день первенствовала в переездке большого приза. Прогресс Татьяны Костериной просто поражает. Лишь в этом году она и ее 9-летняя Дьева Лесса начали выходить на старт престижных международных турниров. А уже в активе есть победа в знаменитом гамбургском дерби, успешное выступление на конном фестивале в Германии, на этапе Кубка наций в Швеции и вот еще одно весомое достижение. Григорий Жигин, Объективно спорт, ННТВ.